Казанский федеральный университет вошел в сотню лучших вузов мира. О том, по каким трем целям КФУ поднялся в рейтингах Times High Education по направлению Impact Rankings 2021, расскажем в нашем следующем сюжете. В рейтинге Times Higher Education, посвященном реализации целей устойчивого развития ООН, The University Impact Rankings, Казанский университет участвует с 2019 года. Мы все три года старались активно участвовать в этом мероприятии, потому что это очень важно не только для пропаганды того, что мы делаем, а для того, чтобы соизмерить и посмотреть, насколько те приоритеты и те направления, в которых мы выбрали для себя в качестве опорных, насколько они соответствуют глобальным задачам и какой вклад мы вносим в развитие не только региона, который понятен, страны, но также в общие ценности. Сейчас Казанский университет занимает строчку 201-300, но при этом совокупный балл увеличился практически на 10% и составляет 76,5%, а также по количеству вхождения в топ-100 по разным направлениям вуз на втором месте в стране. В первую очередь это цель четвертая, это качественное образование, но я думаю, что это понятно, потому что уже на протяжении последних 7 лет планомерно и устойчиво, вернее, системно мы занимаемся над развитием этой компетенции, и поэтому есть движение в соответствующих предметных рейтингах. И вот сейчас это нашло отражение и в этих оценках. Также вуз занял 97-е место по реализации целей устойчивого развития ООН, достойная работа и экономический рост. 75-е место по реализации целей устойчивого развития ООН, построение миролюбивого и открытого общества. Сейчас ведется работа над новой программой. Марат Сафиуллин подчеркнул, что приветствуются и новые прорывные проекты, и пригласил к сотрудничеству. Энджи Минибаева, Виолетта Басова, Универньюз.